Вас приветствует Алена Ариес. На моем канале вы всегда найдете ответы на любые вопросы и мои контакты для записи на личную консультацию. А сейчас узнайте, кто неожиданно, внезапно объявится в вашей жизни. Хотя, учитывая тенденции сегодняшнего дня, я уже догадываюсь. Но давайте смотреть. Это мужчина, у которого черные волосы, темные глаза, серьезный, практичный, деловой. Мужчина либо ровесник, либо немножечко младше вас, года на 2-3. Кому-то может идти для личной жизни, а кому-то, ну вот и тут я хочу сказать, даже, девочки, хочу сказать, что если вы в паре или в браке, ваш мужчина появится либо с подарками, сюрпризами, либо с предложением о совместном проживании или браке. Ну а для всех остальных, да, вот я вижу, здесь может мужчина даже по этим двум картам идти, как для личной жизни, так и для работы, карьеры, бизнеса, финансов. Да, то есть может быть от этого мужчины вам какое-то очень выгодное предложение. Мужчина, кстати, вам знаком, то есть не прям совсем новый мужчина. Вот, как-то вы с ним пересекались, возможно, по работе. Может быть, просто знакомый, какой-то старый знакомый, может быть, даже с детства, со школы. А вот. Ну, очень активно он будет проявляться, да, объявится. Ну, вот здесь, и вот сколько карт выложила, да, все равно, девочки, хочу сказать, что вот этот старый знакомый кому-то из вас действительно появится для работы, карьеры, бизнеса, да, с каким-то предложением, но кому-то реально для личной жизни.